В ночь с 21 на 22 ноября резко похолодало. Температура опустилась до минус 2 градусов. На лужах появился лед. Ветер северо-западный, облачный. Днем температура повысилась до 6 градусов тепла, выглянуло солнце, и щука активизировалась. У меня поклевки на воблер Беркин Орбит 110 кислотного цвета и на воблер Язури Миноу 66. У Виталия поклевка на Инквизитор цвет Мат Тайгер 110. Виталик взял щучку на 2 плюс килограмма. В общем, сегодня денек был трудовой.